Добрый день, друзья! Сегодня в Тайгане дождь. Мы не идем в детский сад, потому что моя основная работа – это в парке. Вот, а так как идет дождь, то я могу остаться дома, позаниматься роликами и порадовать вас новыми роликами. Поэтому сегодня мы все дома. Люся, котята, Шанель, Насуха. Вот. И Люся сегодня пока что вся в котятах, да? Ты вспомнила, что ты кошкина мама. Кошкина Мэри Поппинс. Это твой, пипетка, конечно, твоя. Твоя любимая. Вон какие у нас обезьяны. Я теперь не могу, друзья, пройти мимо обезьян. Это немецкая игрушка уже, по-моему, эту я вам показывала. Очень хорошего качества. Твоя обезьяна. А теперь Олег Алексеевич вот такую большую тоже немецкую игрушку. Прыг, один удрал. Ну, вот это твое, что все должны быть рядом, все должны быть в семье, нервничать, что такое один спин. Куда, скажи, куда они текают от нее? Да? И только пипетка все время рядом. Что? Что, я должна тебя туда к ним? Нет, ну ты уже будь тут сверху. Давай. Давай. Нет. Нервничает. Не все туда. Стой, хотя бы пипетку удержать, да? Что? Что ты глазки трешь? Что? Не выспалась? А я тебе говорила. Она сегодня проснулась в 6:30. Я ее долго уговаривала, говорю, Люсь, ну давай еще хотя бы полчасика. А потом думаю, толку. Уговаривать бесполезно. Если Люся спать не хочет, то хоть что делай. Да, скажи, хоть как уговаривай. Вот, ей понравилась так обезьяна. Мы когда увидели эту обезьяну, она сразу напомнила нам даму. Дана, звезда Тайгана, да? Мяу. Это там тебе, это снизу. Мяу прилетело. Что? Вот, всех под себя, да? Моя бибизяна красивая. Фактически родственница. До Люси в нашем доме почти не было игрушек мягких. Ангелина с ними не очень играет, понимая, что они не живые. А теперь, скажи, с Люсей. У Ангелины были только там ёжик, там и то ненадолго. Ей больше нравится, что вот живые, что идет общение, что можно наблюдать за их повадками. Скажи, да, игрушки – это такой заменитель живого общения, у кого как бы нет. Да, ты возле обезьяны, чтобы она тебе делала массаж, да? Чтобы она у тебя перебирала. Пипетка такая. Ту-ру-ру-ру. Сзади пипетка не уходит к брату и сестре. Пипетка это мальчик. Помню. А еще два котенка. Мальчик и девочка. Вот пипетки лучше всего с Люськой. И желательно вон с ее хвостом. А Люська прямо не знает. То ли с обезьяной побороться, то ли с пипеткой. Главное, чтобы она никуда не ушла.
Что, Шанель? Это, знаете, как плохая погода, когда и все сидят дома. И дома, единственное, нет Ангелины. Она не успела еще приехать, ну и по такой погоде, наверное, сегодня не приедет. Потому что еще сейчас, если бы и Ангелина с Каролиной были сверху, то наш теремок, как бы просто уже скоро стены будут сотрясаться. Да, Люсь? Че там, да, клубком? Клубком. Тудух-тудух-тудух. Шанель просто спряталась от них, да, Шаня? И Сеня такой наблюдает. Сеня, мы придем к тебе. Сейчас я... Шанель пошла. Пошла детей учить. Правильно, Шанель? Должны быть все послушные, да? Куда? Ты пипетку пришла смотреть? С ней все в порядке. Ух, какой дождь за окном. Сегодня, скажи, Лафа, делай, что хочешь в доме. Бибизяна наша с человеческими глазами. Но мне и пипетка нравится, друзья. Нам, конечно, жалко с котятами оставаться, но кто-то мне писал, я не вижу, ну вот, чтобы взять котят. Напишите, крымчане, в хорошие руки с удовольствием отдадим. Потому что они, котята, хорошие, приученные ко всему и к туалету. В парке котят еще много, и темненькие, и пятнистые. Если вдруг вы в парке, и если вы можете взять котеночка, берите, надо просто предупреждать на выходе, что вы, допустим, там такого-то котеночка хотите взять, просто показывать. И вам с удовольствием его отдадут в добрые руки. Так, пипетка, что там чешемся? Где мы там что, блох набрались? Сейчас, Люся, быстренько. Если кто-то где-то там тебе забежал. Быстренько найдет, да? Так, ну, пойду выпью кофейку. Утро началось, да? Веселое. Не утро, уже день. Надо выпить кофейку.